Добрый день, дорогие друзья! По традиции, сегодня мы чествуем лучших людей земли Кингисеппской, посвященной дню рождения города Кингисеппа. Сегодня, в преддверии великого праздника, 631-й годовщины со дня образования города Кингисеппа, примите самые добрые и теплые поздравления с праздничным днем. Днем рождения Кингисеппа! День России. Позвольте всех вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам доброго здоровья. Слово для приветствия и поздравления предоставляется главе администрации Кингисеппского муниципального района Ешеле Виктору Эбатовичу. Пожалуйста. В этом зале на самом деле собрались лучшие ваши руководители, ваши работодатели, решили, что вы самые лучшие в нашем районе. И по традиции, конечно, мы хотели сегодня вас отметить и почествовать. Я хочу всех поздравить с наступающим днем рождения Ямбурга Кингисеппа. Мы помним нашу историю, у нас есть настоящее время, в которое мы живем, значит, у нас с вами есть будущее. Мы все в ежедневной работе, наверное, может быть, не останавливаемся, не даем себе какого-то отсчета, ради чего мы живем, для чего мы живем, и какие-то такие материальные, духовные ценности создаем. Но на самом деле, всегда, наверное, каждый из вас задумывается, потому что Россия – наш дом, мы – патриоты своего государства. Мы люди, которые верят в наше государство. И на самом деле уже 25 лет, как Россия строит свою современную историю. В преддверии таких больших двух праздников, которые будут отмечаться на территории всей России, праздник России, а в Кингисеппе это два праздника, наш 631-й день рождения, который, надеюсь, мы тоже очень хорошо и весело отметим. Хочу сказать, что завтра на празднике будет исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области наш земляк с вами и бывший руководитель Кингисеппского района Дроздерко Александр Юрьевич. Завтра будут интересные мероприятия, завтра будет, как всегда, шествие, надеемся, не подведет погода. Поэтому, пользуясь случаем, что мы с вами сегодня здесь в этом зале, я хотел бы вас попросить, у вас есть возможность, желание, конечно, присоединиться к этому празднику, привести своих старшее поколение, кто может, привести детей, внуков и вместе весело праздновать праздник, пройти в шествии. И, естественно, в парке Романовка будет все действие, весь день пройдет там весело, задорно. Надеюсь, вам понравится.